Ветераны комсомольского движения, секретарь горкома ВЛКСМ, председатели городского совета и многие другие. На открытие комсомольской выставки пришли более 50 человек. И каждому из них было что вспомнить и чем поделиться с молодежью. Здесь собрались люди искренние. Вообще вот то время, которое мы представляем, в частности я представляю, оно было значительно бесхитростнее. На открытие экспозиции пришла и ветеран комсомола, бывший инспектор по охране детства, отличник народного образования Людмила Николаевна Веретенникова. В 1954 году юная Люда вступила в комсомол, и с тех пор началась ее плодотворная работа. Еще в институте на практике Людмила Веретенникова организовала в городе первые дворовые площадки для детей и уже тогда поняла, что помогать людям – это ее призвание. За ее плечами организация развлекательных вечеров для молодежи, школа танцев и многое другое. О своей работе и участниках комсомола Людмила Николаевна рассказывает с большой гордостью и улыбкой на лице. Все вожаки комсомолей и сегодня, они настолько друг друга уважают, помогают. И если бы меня спросили, чем сейчас, чем мы отличались? А мы отличались чувством локтя, поддержкой. Мы отличались тем, что вот при встрече нам хотелось что-то сделать лучше. И сегодня вот с ними мы здесь встречались, это просто сказка для меня. История саровского комсомола богата на события. В стенах краеведческого музея можно увидеть эксклюзивные фотографии первых секретарей комсомола города, а также активистов движения. На стеллажах лежат уникальные документы, почетные грамоты, книги, летопись комсомольской славы и орден Трудового Красного Знамени. В 1974 году Кремлевская комсомольская организация, а нужно сказать, это практически исключительный случай. Очень немного городских организаций были награждены такой высокой наградой. Нашей Кремлевской комсомольской организации был вручен орден Трудового Красного Знамени. И этот орден представлен у нас в витрине. Это одна из ценностей этой экспозиции. Выставка «Комсомола 100» в Краеведческом музее продлится до 10 ноября. А в ближайших выпусках программы «Исторические очерки» на канале 16 Иван Ситников расскажет саровчанам об истории комсомольской организации города. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.